Дети Алтай, Россия, сокращенно ДАР. Именно так будет называться перинатальный центр в Барнауле, так решили жители края в ходе конкурса. Всего прислали 82 варианта названия. Самыми подходящими для нового медицинского центра, по мнению жителей нашего края, стали ДАР, Колыбель Алтая и Два сердца. По итогам голосования абсолютным фаворитом стало название «Дети Алтай, Россия» или ДАР сокращенно. Напомним, строительство перинатального центра в Барнауле завершается. Через несколько дней центр откроет свои двери посетителям. Он станет одним из самых современных перинатальных центров в России.